Добрый день, уважаемые друзья. Вот по многочисленным просьбам меня очень давно просят снять видео про мою баню. То есть как она устроена и все, что с этим связано. Про облицовку, из чего она сделана, какой дымоход и так далее. Банька, она сделана в интересном виде, как маленький домик хоббита. Такие вот окна интересные. Это сделал мне сосед. Цену не помню, но недорого. Это все, это не камень, это художественная лепка по бетону. Есть такие мастера, которые делают такие вещи. Мне очень нравится. Видите, как интересно сделано. Потом это сверху покрашено краской и потом лаком. Крыша мягкая, кровля. Здесь очень интересная тема, то, что она, видите, немножко углубленная сама парная. Тем самым, для чего это было сделано? Изначально эта баня не планировалась на участке, и ее надо было пристроить. И чтобы она не торчала, так сказать, не заслоняла солнце, было принято ее углубить. Почему нет предбанника? Почему только парная? Потому что есть здесь такой вот комплекс у нас. Рядом банный, там хамам, мини-бассейн и комната отдыха. То есть там можно раздеться, одеть халатик и выйти сюда. Попариться в парной. В итоге это очень-очень удобно, как оказалось, потому что дверь здесь сразу, и можно быстро очень проветрить помещение между парениями. Вот. Давайте еще раз. Здесь вот обливное ведерко на улице. Дымоход. Сама баня кирпичная, то есть в один кирпич и плюс бетон. Давайте зайдем вовнутрь. На потолке канадский кедр, на стенах липа, на полках кедр и абаш. По изоляции. Тут, я уже говорил, кирпич. Кирпич. Потом снаружи бетон. Внутри теплоизоляция пятерка, фольга и вагонка. На потолке теплоизоляция порядка 200 миллиметров. Плотностью 100 кубических метров на квадратный метр. Так. 100 килограмм на кубический метр плотности теплоизоляции. На стене соль. Соль достаточно толстая плитка. Здесь вот, если видно, вот она вот так вот подтекает, озонирует воздух, печь стоит Комета Вега компании Грилд. Для русской бани в облицовке из серпантинита. Так вот все горит. Здесь стекло необычное, зеркальное, то есть чтобы гасилось инфракрасное излучение. Печи
Пич уже 2,5 года стоит здесь. Вот. Здесь вот сделаны полки. Полки поднимаются на части. Для того, чтобы можно было почистить пылесосом. Здесь вот видите, лежит матрас из трав луговых. Вот. Сверху травы. Все это дает обалденный аромат. Ступенечки, слань, все есть. Смотрите, дымоход здесь идет сэндвич, он полностью и уходит в кирпич. Видите, под 45 градусов заходит в дымоходный стояк. Дымоход уже много-много раз здесь разбирали. Собирали, потому что тестировали печи разные, двигали. А печь здесь, то есть изначально это стояло, и здесь как бы постоянно это стоит печь. Печь очень крутая. Вы видели, наверное, обзоров про эту печь очень много. Она дает любой климат, тут очень быстро, то есть пара здесь немерена. То есть можно охладить прям, остудить прям парную там до 50 градусов, завести как бы воздух и буквально там литр-два воды, и у вас опять здесь очень крутой микроклимат именно для парения. Высота потолка высокая, 2,90 вот в этой точке, очень удобно парить, есть обязательно паровой пирог порядка 30 сантиметров сверху. Очень удобно парить. Я здесь парить люблю. Единственное, вот здесь неудобно вот это место. Надо будет что-то делать, переделывать. То есть неудобно подходить к полку, но это все решаемо. Я приноровился. Вот. Это то, что касается бани. Бани, ну, строили месяца 4, наверное, 5. Давайте здесь на полу у нас как бы теплый пол. Плитка и теплый пол электрический. Внизу здесь есть слив. Вон, видите, то есть если вдруг на крайняк воды здесь нет. То есть я для того, чтобы париться, приношу ведерко горячей воды для подачи, ну и веники. Никаких водных процедур здесь, ну, не происходит. Вот, видите, здесь такой вот шнур для того, чтобы закрыть щель, как обналичник получается, работает. Вот. Такие вот моменты. Обязательно по поводу вентиляции. Видите, два достаточно больших вентиляционных отверстия. И самое главное, за печью. За печью тоже большое вентиляционное. Вон решетка. Там достаточно большой размер. То есть порядка 200-го диаметра сечения и задвижка. Вот, все это осуществляет вентиляция. Но есть, как говорил, дверь. Это залповая вентиляция. Открыл дверь. Вся ерунда вышла. Закрыли, опять паритесь. Очень, очень удобно, очень комфортно. Ну, пока, конечно, не попробуешь. Тяжело это объяснить, но это все как бы соотношение. Баня, хорошая баня, это хороший пар и много воздуха. То есть невысокая температура, 80-90, это все уже не баня. Это сауна, это немножко другие эффекты. Вот, я рекомендую все-таки русскую баню.
Далее. Так, электрический теплый пол. Он здесь примерно зимой. Здесь поддерживает там плюс 2, плюс 3 градуса. Так, что еще рассказать про баню? Ну, вроде бы все. Дымоход, значит, я уже рассказал. Он здесь, чтобы было понятно, вот здесь входит тройник. Здесь у меня шибер. Я могу эту тягу уменьшить либо убольшить. Вот. И здесь вот подача воздуха, тоже шибер. Вот. Так, что еще здесь? Электричество, две лампы. Ну, все. Мягкая крыша сверху. Вот такой вот, такая вот чудо-банька интересная. Уникальная. Не думаю, что такая есть еще одна, но может быть вы, уважаемые зрители, посмотрите и сделаете что-то наподобие. Я очень доволен баней. Еще раз говорю, вот то, что здесь открыто, вот смотрите, мы живем, получается, в средней полосе, на Урале практически. Я пользуюсь зимой. Все работает, все классно. То есть никаких как бы дискомфортов я не ощущаю, то, что у меня сразу дверь на улицу из парной. То есть, ну, есть, опять же говорю, есть место, где вот в этом здании, в соседнем, где можно переодеться, где там теплое помещение, накинуть халатик и одеть тапочки, даже сланцы зимой можно, и вперед. Все быстренько раз, попарился, свежий воздух. Ну, я очень доволен. Дорогие друзья, если есть вопросы, задавайте, спрашивайте. Расскажу все, что знаю. Вот. Как париться и так далее, это уже отдельный вопрос. Люди меня просили снять про баню, я снял. Я говорю, ну, если будут вопросы, спрашивайте. Баня вот такая вот.